Секретарь Совета безопасности Кыргызской республики Марат Иманкулов 3 ноября в городе Москве принял участие в юбилейной 10-й встрече секретарей Совета безопасности государств-членов Содружества независимых государств. Выступая на мероприятии, Марат Иманкулов коснулся вопросов актуальных вызовов и угроз и отметил, что их не становится меньше. Они мутируют и становятся разнонаправленными, быстротечными и более опасными. Любое государство может одновременно оказаться мишенью или инструментом геополитической игры, получив удары в самых разных направлениях. Отдельно взятая страна не только в состоянии самостоятельно справиться со всеми комплексом угроз. Международная безопасность не должна зависеть от чьих-то агрессивных амбиций. Требуется эффективный отпор всяким попыткам дестабилизации. В этой связи, как подчеркнул секретарь Совета безопасности, необходима большая комплексная работа всех стран Содружества и мирового сообщества по выстраиванию взаимодействия и сотрудничества, а также поиску компромиссов в интересах стабильности и сохранения мира на пути к развитию.